Здорово, дружище, и сегодня у нас с тобою Брайан. Fuck yeah! Скуби-Дуби-Ду в реальной жизни. Вау-уи! Я смотрел когда-то этот мультик очень-очень давно. Он меня бесил. Настолько сильно бесил, что прям... Просто мне вот этот сам голос, Скуби-Дуби-Ду, меня почему-то с самого детства вымораживал. Напиши в комментариях, нравится ли тебе мультик Скуби-Дуби-Ду. А мы сегодня посмотрим Брайана. Fuck yeah! Он сделал Скуби-Дуби-Ду в реальной жизни. Он говорил, что наш фургон рано или поздно накроется. Нам придется покупать новый. Ты знаешь, что написано в книге «Двигатель внутреннего сгорания для чайника»? Дом! Давайте попросимся тут переночевать, а уже завтра займемся машиной. Да. Наверное, всем уже хочется в ванную. Ванную в чужом доме. Классная идея. Кто это? Привет. Так что там с этой старой развалюхой? Вообще-то меня зовут Надежда Михайловна. Чего вам надо? У нас сломалась машина, и нам нужно где-то переночевать. И поесть. Я не против, но вряд ли вы захотите. Это, я так понял, был Скуби-Ду? Он стрёмный, блин. Хотите здесь ночевать? В этом доме завелся призрак и не дает мне никакого житья. У нас нет выбора, у нас сломалась машина. Ну а призрак, это не самое страшное, что может быть. А что за призрак вообще? Мастерская актерская игра! Его Оскара, быстро, быстро сюда, 3 Оскара давай ему! Он настолько на пофиге это все рассказывает, мне прям это доставляет. Теперь призрак моего мужа зовет меня к себе. А я одна осталась из большой семьи и помирать пока не собираюсь. Ну да, Надежда умирает последней. Старая шутка, да? Ну типа, Надежда умирает последней. Ее имя Надежда. Ну ты понял, короче, шутку. На, заслужил. А кто это с вами на фотографии? Внук, но мы с ним не виделись уже 4 года. Я даже не знаю, где он живет. Мы ее давно не кормили. Давайте сначала расселимся по комнатам, а потом займемся этим делом. Этим делом, если ты понимаешь, о чем я. Да. Ау. Шеги, где ты откопал эти кадры? Удавный на ноутбуке. Да. А. Должен сказать, да сколько же Скуби-Ду, блин, страшный. Да, Фредди? Поменяй уже звонок. И без него жутковато. Тем более, что здесь что-то бродит. Зачем? Вот ты молодишь. Слушай, вот вопрос опять на секунду. А это нормально, что Брайны идут по реке? Подумай об этом. Йоу. Книгу, как контролировать свои... Ложишься с красивой девушкой, потом сходит с нее косметика, видишь вот это. Ну нахер. Читаю книгу, как контролировать свои эмоции. Ну я в тело. Мне в штанах третья рука. Скуби-Ду страшный, звездец. А бутерброд с сыром или колбасой? Скуби, скорее! Итак, теперь мы точно знаем, что привидение существует. Самое... А почему оно тебя не убило? Ты вроде как с привидением вообще спал. Время опробовать мой новый гаджет. Ловушку для привидений. Ого, круто! Откуда это у тебя? Да, я заказал со Скуби Экспресс наушники, а прислали вот это. Но перед этим кто-то должен приманить призрака. Скуби-Ду! А-а! Может быть, хватит скармливать нас печеньем ради приманки? А за 2 пачки Скуби снеков? Fuck yeah! Ожидаемо. Вот это стена погони. О да, давай сыграем в теннис. Меня бы он не обыграл. Я видел, хорошо играет. На! Хедшот, бич. Меня всегда вымораживали такие сцены погони. Воу! Пять очков тебе за это. Офигенный бэкфлип. Сальтук такую делает. Шеги, ты знал?
зато помылся. Ты же призрак истерялся. И под маску у нас скрывается... Федя, зачем ты это сделал? Я знаю. По моим вычислениям можно понять, что он это сделал ради того, чтобы... Заткнись, Велма! Че-то ее не любит. А мне было интересно посмотреть, зачем он это сделал. Ну ладно. Ах ты маленький говнюк! Пумби. Больше никаких пирожков с мясом! Так все это сделано ради пирожков с мясом! Отличное дело, мы провернули, друг! Скуби-дуби-ду! Я думаю, мы заслужили хорошо перекусить. Давай кто быстрее до кухни! Подписывайся на канал, и тогда ты не пропустишь самые Чего новые видео. Ставь лайк, если хочешь больше пародий на различные мультфильмы. Ну а я пошел. Я не понял концовку. Что это было в конце? Чего это было? А, ветер закрыл ноутбук. О, господи, это ветер! Да, как бы ветер следующий злодей в его мультике. Забавно! Очень интересно мне, какие он дальше будет делать переделки. Я очень надеюсь, что рано или поздно он сделает переделку на Шаман Кинга. Быть командом шаманом королем. Скуби-ду-би-ду, мне не особо нравится как мультик, поэтому переделка у меня не вызвала каких-то феерических эмоций, но в принципе интересно, забавно, необычно. И напиши вообще, что ты думаешь о Скуби-Ду, в принципе, как мультике. Мне он не очень нравится, потому что этот мультик скотина такая. Закрыл когда-то на СТС мой любимый мультик «Люди в черном» и Джеки Чана. Джеки Чана «Люди в черном». А потом Скуби-Ду, по-моему, закрыл этот мультик, и я его возненавидел. Ну, просто у меня с ним с детства плохие отношения. Ну и также вот этот вот Скуби-Ду-Ду, как я сказал вначале, мне не нравится. Напиши свое мнение в комментариях, и мы увидимся с тобой в следующих видео. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Оригинал под ссылочкой в описании. Можешь посмотреть. Пока.